Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive, оставлено жевать. У нас пятница, ну и соответственно есть пятничный код. А помимо этого, немного побегаем здесь и разберемся, что к чему. Почему нельзя было добавить билеты. Так, PvP я до сих пор не выиграл. А у нас будет следующее еженедельное задание. Ежедневное задание — открыть ящики и... Золото, золото нам пока не надо. А что еще обновиться? А, окей, бойни для зомби обновиться, да, применить способность героя тоже обновиться, потому что я только что забрал награды. Ладно, хорошо. Тогда, во-во-во-во, вот что я хотел. А здесь нас ждет ключик. А, не золотой, а зелененький. Но ключик. Плюс улучшение для специального оружия. Ящики. Раз. Гранаты. Два. 50 золота. Спасибо. Три. Забираем ежедневную награду. И плюс еще бесполезная няшка, да? Окей. Шлем этот. Все. Ладно. На продажу. Для начала заберем награду. Шлем или вообще любые бесполезняшки, которые у меня есть, все на продажу, по-быстрому, не нужны они. Плеер улучшить, да. Потихонечку-потихонечку закачиваю туда треки, чтобы было веселее в PvP сражаться. Еще одна бесполезная вещь. Так, а есть ли еще что-нибудь? Нету здесь, и здесь тоже ничего нету. Окей, хорошо. А никого проэволюционировать нельзя, к сожалению. А, магазин клана. Здесь печаль печальная, потому что проиграли БК. И сейчас данная БК, которая идет, тоже, по-моему, ничего хорошего не сулит. Ну, не знаю, посмотрим на самом деле. Так, наверное, ракетную вышку, потому что она меньше всех апгрейдится. А, плюс есть какое-то количество... Окей, через 5 часов... Она апнется, и можно будет еще что-нибудь зарядить. Это приятно забрать, сделать, забрать. Все, изготовил. Так, а что у нас здесь? День труда, награда. Полезная бесполезняшка, но полезна, потому что до следующего ускорения, конечно, еще очень далеко, а осталось всего-навсего полтора дня. Так, здесь войти и использовать 10 золотых слитков. Ну, чтобы что-нибудь взять. И что здесь? Здесь ничего хорошего. А зачем оно вообще светится, если нам это не нужно? Потому что это платно все, да? Это все платно. У нас есть промокод. Промокод в этот раз следующий. K5P9DF26. K5R9DF26. Окей. Все, отлично. Вернули свои 10 золотых, которые потратили. А плюс у нас есть ящик какой-то. Отлично. Это моды. Но пустячок, а приятный. Сейчас быстренько все их разберем. Пойдем заглянем в БК. А плюс надо посмотреть, что у нас продается в магазине PvP, потому что есть определенное количество... Определенное количество, собственно, жетончиков, монеток. Наверное, я бы прикупил аптечек. Раз. Купил бы запчасти, а может быть и не купил бы. Я думаю, я куплю вот так. А, я не могу купить на все, потому что не хватает. Не хватает. Давайте тогда две аптечки. Вот так вот я распорядился финансами в магазине PvP. А теперь можно заглянуть в битву кланов и посмотреть, что здесь происходит. А почему мы сливаем и вообще какие есть перспективы. А перспективы на самом деле печальные, потому что народ не может пройти даже битву. Но давайте попробуем ее... Будет тяжело, ладно, я не буду сейчас... сильных игроков брать. Я возьму слабеньких. И понеслась. Возможно, даже сольюсь, потому что, в принципе, это средний уровень. А Джоник, он слабоват. Джоник, он слабоват.
У этого хотя бы пулемет есть, да? Не помню, что есть у Джоника. Пулемет пока прибережем. Да, вот сюда вот пулемет прибережем. Сейчас, по-моему, прыгун будет, да? Да-да-да, прыгун. Надо на него пулемет будет сейчас потратить. Давай на тебя пулемет. И на вас двоих, троих. Четверых, пятерых, прыгун, еще один. Давай-давай-давай сюда. Перезарядка и срочно набираем пулемет. А, все, ты так откис, хорошо. На всех хватило и срочная перезарядка. Здесь у нас летуны. Ладно. И много-много-много зомбиков. На всех, в принципе, патрон не хватит. Перезарядка срочная. Летун. Окей. Есть. Готовчик. Зомби. Перезарядка срочная, чтобы не было сюрпризов. Чтобы не было сюрпризов. Чтобы не было сюрпризов. Так. Перезарядка. Окей. Отлично. А, еще один, да? Отлично. Ну ладно, это уже не считается, потому что после того, как я ее убрал, она в меня попала. Хорошо, плюс 41, следующая миссия, в принципе, неплохо. Хотя бы по чуть-чуть нужно приносить пользу клану. Надеюсь, следующий уровень будет не с какими-нибудь суперсильными героями. Я смогу все-таки с кем-то разобраться. Смотрите, как плохо все у Джоника, да? У него плохое оружие. У него плохое оружие, плюс он сам еще по себе слабый. Окей, окей, окей. Давайте тогда как-нибудь так разбираться. Давайте, давайте разбираться. Нужен срочно пулемет. Лежи, лежи, спокойно, спокойно, не дергайся. Пулемет срочно нужен. А может быть и не пригодится. Ладно. Все, спокойно. Перезарядка срочная. Ага. Вот он и пулемет, да? Отлично. Так, слушайте, но пока хорошо. Пока хорошо все. Пулемет надо набирать, набирать пулемет срочно, срочно, вообще просто срочно. Что дальше? А дальше еще больше зомби и плюс прыгуны, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому нужно каким-то образом набирать пулемет. Так, сначала вот так вот. И теперь вот так вот. Привет. Прыгай, прыгай, прыгай сюда. А я как раз вот здесь с тобой разберусь. Ну и в принципе все. Мне кажется, дальше мы уже никуда не пойдем. Надо быстренько сейчас выигрывать. И забирать все награды, да? Отлично. Ну, хорошо, хорошо, на самом деле. Немножко боялся за Джоника, но вроде вывез. Плюс 37. Тоже неплохо, в принципе, на 4 очка поменьше, чем предыдущий матч. Но уже хотя бы соточку добил, да? Ну, плюс-минус соточку добил, уже хорошо. Так, домик в лесу мне не нравится, но здесь вроде есть проход, да? 54, 2 звезды. Жестко, жестко. Это, в принципе... Не очень приятно. А, можно, но... Так. А что у нас здесь, окраина города? Ой. Ой-ой-ой. Я даже не знаю вообще. Наверное,
Наверное, сюда суваться проще. Если кто-нибудь вот этих уберет, будет очень круто. Я туда не полезу. Я попробую пройти здесь. Что, в принципе, будет тоже жестко. Но выбора особо-то нету, да? Плюс у меня нету огня. Вот в чем проблема. Я в PvP огонь потратил. У меня тут осталось-то вообще прям... Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Так, а ты-то зачем сюда, Питер, пришел? Было бы хорошо, если бы ты где-нибудь в другом месте был. Окей, хотя бы одну разбили, да? Давай вот так вот с тобой поговорим. А, просто по-другому не получается особо. Окей. Питер пока живчик, и у него еще на самом деле даже не то, что живчик, он норм вообще. О, он там еще сражается с огнем. Только не туда, что-то он, мне кажется, кинул его, да? А что нам нужно? А, нужен свет в окошке, окей. Ой-ой-ой-ой. Давайте вот так вот. Окей. Пулемет бы мне нужен был вместо ракетницы, на самом деле. Опять, да? Ой! Да ладно! Слушайте, вы что, серьезно? Вы с Питером так разобрались? Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-я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 й! Да. Так, вылезай, вылезай, пожалуйста, сюда куда-нибудь. Ага, он убежал, да? Но мне с ним сражаться сейчас очень неприятно. Очень неприятно. Пожалуйста, оставайся там. Так, пожалуйста, оставайся там. Отлично, все. Шикарно. Вывез благодаря тупости бота. Хорошо. Ладно, но тут было печально в плане... В плане того, что...
плане того, что не было бонусных очков, и сейчас тоже их особо-то не будет, потому что огня-то у меня нету. У меня вот вопрос возникает, если у меня нету огня, у моего помощника есть бутылки? Он же, когда их кидает, он не тратит мои? Соответственно, по идее, у него есть что-нибудь или тоже нету? Так, главное, чтобы меня кто-то прикрывал, а я пока буду вот так вот из укрытия. Ага, окей, это... Да ладно, вы что, издеваетесь? Вот так вот быстро Питера сняли? Да ладно, а у него, то есть, огня, получается, тоже нету, да? Вы серьезно? Вы серьезно? Вот так вот? Да ладно. Окей, я понял. Ладно, это серьезно. Так, это серьезно, действительно. А где второй? А где второй? Окей, ладно. А есть хоть какое-то решение? Окей, хорошо. Что у нас есть? А у нас ничего особо-то и нету, да? Ладно, разочек. Промазал. Ну что такое, а? У него еще броня. Вот, вот что неприятно на самом деле, потому что получается пробить-то его проблемно. И он еще, самое главное, никогда не мажет. Вот в чем небольшой нюансик. Он вообще никогда не мажет. Броня, броня, постоянная броня. Минута 40. Где ты у нас сейчас? Ага, вон он там. И опять с броней, да? Опять с броней. Так, а ты вот здесь тоже не ловится, да, он здесь? Не ловится, вот как в прошлой не ловится, да? Не такой тупой бот. Так, а вот мне, к сожалению, нужно срочно... Срочно что-то нужно. Поднимайся. Отлично, все.
Хватило времени, аптечки и победа. Ладно, на самом деле не суть важно то, что плохо все с очками. Хотя бы два уровня зачистил. И уже будет моим тиммейтам полегче. По крайней мере, не слился. Это уже приятно. Мог бы очень хорошо вообще слиться. Нет, не улучшить, а разобрать. Что они все время подставляют меня, пытаются подставить с этими модами. Так, разобрать. Разобрать, разобрать. Все, отлично. И вот эти вот тоже разобрать. Хорошо, теперь у меня даже, наверное, хватит на какой-то апгрейд. Не помню, для чего там желтые модули нужны. Так, рейтинг, игровая доска. Бросить. 5. О, прикольно. Мне как раз нужны на самом деле ускорения. Только мне, наверное, не хватит 3 ускорений. Мне... Да, мне нужен чуть побольше. Ну ладно, я их потрачу, потому что я не хочу 5 часов ждать. Возможно, у меня нету столько времени. Поэтому я потрачу ускорение, и через часик можно будет апнуть. А может быть даже быстрее, если попадется еще какое-нибудь ускорение. Прогулка? Да не, пошли на вызов, какая разница, тут на самом деле ничего интересного нет, поэтому никаких супер очков все равно не получишь. За броски тоже особо ничего интересного не выпадет, к сожалению. Так, ну что, злодеи? Понеслась. Злодейские злодеи, да? Огня-то у нас нету. Я не помню, кто здесь будет. Сверху плюющийся или что-то еще. На всякий случай оставлю пулемет. Просто на всякий случай. Если сейчас подрывники там будут или кто-то еще... Да, подрывники вроде есть, да? Бегуны. Тоже опасная тема. Вот так вот. Ой. Вот как оно, да? Оп, оп. Оп, оп. Ребята. Ой-ой-ой. А почему не стреляем? Почему не стреляем? Что за задержки такие? Ох, ух ты, ничего себе. Он какой свирепый, он уже бьет там. Пустоту, пустоту, воздух взбивает. Так, хорошо. Давай-ка ты притормаживай немножечко, потому что... Во, пулемет теперь есть. Тебе передадим привет. И Левиафана немножечко тут поддержим. Все, ребят, хватит. Пробили щит. А, ну, вроде как все, да? Чё-то какие-то там шаги такие... Тяжелые. Я понял. Присаживайся, отдыхай. Еще кто-то. Окей, бегуны. Еще один левиафан. Злодей, злодей. Так, давай-ка вот так вот. Все, отлично. Мне послышалось, что там слева кто-то еще был, но ладно, раз победили, значит победили. 2 кубика есть, бросаем. Ничего не ждем, бросаем. 6, отлично. Во-во-во, вот о чем я и говорил, что будет у нас еще ускорение, и сейчас как раз я его заюзаю. Оно мне пригодится. Так. Ящик. Раз. Изолента. Это полезно, это хорошо. Что-нибудь где-нибудь, куда-нибудь примотать. Всегда полезно. Моды. Разбираем.
Забрать все. А, так. Ракетную вышку. Добиваем. А, то есть теперь не надо, если осталось там меньше часа, то не надо самостоятельно нажимать на кнопочку. Они же сами, то есть, грубо говоря, они одно ускорение добавили. И два, по идее, должно остаться, да? Да, два, по идее, осталось. Окей, хорошо. Пусть они и останутся. А что у нас здесь интересного происходит? Ничего хорошего. И что за задание? А, ПВП. Кстати, ПВП считаются... Битва кланов считается за ПВП, что тоже прикольно. Но я вот не знаю, когда мы сражаемся против зомбиков, то есть это любые этапы, или только когда мы против другой команды сражаемся. Так, что еще? Что здесь? Здесь нас ничего, по-моему, не ждет. Да, только эволюционные детали. В принципе, это не самое нужное и полезное, поэтому пока сюда не пойдем. А пойдем еще раз. Сделаем вызов зомби. Позвоним. Алло, зомби на вызов. Пиццу захватите. Че, у вас как раз там с пылу с жару все нормально. Ой-ой-ой, а что это за этап? Кто у нас здесь будет? Окей. Пока все хорошо. А вот кто дальше будет? Оп, я понял. Так, давайте. Не надо бегать. Здесь опасно. Не пойми, что вообще здесь тут разлито. Так что... пристегните ремни. Не агрессируй на меня. Срочная перезарядка вообще на все моменты, когда вообще появляется какой-то свободный момент, когда никого нету. Ну вот типа сейчас перезарядка, пока он вылезает, и теперь можно их уничтожать. Вот так вот, да? И сразу сюда. Оба пальца держим. Один на перезарядке, второй на переключении оружия. На всякий случай, если придется быстренько переключиться и кого-то успокоить. У нас же есть успокоительное, да? Узбагаин. Как говорится, если есть гриб, груздь. Должен же быть и гриб, радость. Вот, так что узбагойтесь. Все будет хорошо. Ну ладно. Не хотел пулемета, получай. Так, ну что, пошли, прогулялись, вызов сделали, игровая доска. Бросить кубик? 6. О, надо модуль опознать. Сейчас опознаем. Так. Еще раз бросаем. Или мне его не дали, этот модуль? Ну, отлично. Ускорение, гранат. Все хорошо, все здорово. Так, а модуль мне дали? Дали вроде, да, на опознание. Давайте опознаем, что у нас там. Ничего хорошего. Так, а что здесь вообще есть? Кровотечение, критический урон, кровотечение, перезарядка, кровотечение, критический урон, шанс критического урона, темп стрельбы. Я вот не сильно понимаю, зачем темп стрельбы. Так, кровотечение и критический урон. Ну, прикольная штука. Так, что здесь? Кража здоровья, шанс оглушения, перезарядка. О, давайте я, наверное, просто вот здесь вот что-нибудь там... сделаю, улучшить, да. Окей, улучшили. Теперь у нас есть, в принципе, что улучшать синий модуль. Но пока не буду ничего с этим делать. Так, здесь. Да без разницы урон и шанс критического урона. Да без разницы, улучшим. Все, улучшили пулемет. К сожалению, никаких эволюционных деталей нету для того, чтобы улучшить что-то еще. А, что здесь? Снайперская винтовка. Улучшить. Улучшить. Все, улучшили.
потратили все модули, оружие нельзя эволюционировать, к сожалению, на текущий момент, но придется ждать и, в принципе, эволюционировать позже. Что с ГЦ? ГЦ можно улучшать, но один уровень мне особо ничего не даст, мне надо, по идее, улучшать на два уровня сразу. Вполне возможно, это даст мне награды модулей, точнее ускорений, потому что здесь будет 2000, да? Нет, не даст ничего, потому что будет на самом деле всего где-то там 5000 или что-то еще, то есть будет 24 ускорения, а этого вроде как не хватит на ГЦ. Соответственно, вот этой награды не будет. Если бы я сейчас был уже на этой награде, то было бы классно. Я бы тогда, ну, может быть, был бы запас модулей и схватил бы еще один. Вот, тогда еще ладно, куда ни шло, но сейчас это не играет роли, потому что, к сожалению, ничем не поможет. 24 модуля, к сожалению, ничем не помогут. Что у нас в магазине? А в магазине без близняшки и все за деньги. Ящиков никаких нету. Здесь... Ага, здесь у нас такие... У меня вот такой вот есть, да? Такая защита. Что ж, турнирные задания все посмотрели. Ну и на этом, пожалуй, все, потому что, в принципе, в БК я поучаствовал. Апгрейды какие-то на базе организовал. Так, магазинов никаких нету. А это, получается, построены все здания. Нажмите, чтобы продолжить. Построены все здания, нажми. А что здесь? А, все, я понял. Это место зарезервировано под всякие эти турниры зомби. И здесь магазин. Раньше просто не было значка, ну, такого значка, да, что типа зарезервировано место под какое-то здание. А теперь они, видимо, сделали таким образом. Ну, ладно, хорошо. Сделали так сделали. Щиты улучшать нельзя, нету, опять-таки, модулей, чипов и так далее, экспедиции, здесь нету ничего интересного. Карина, это хорошо, но, в принципе, не очень надо, потому что там всего 5 модулей, а на ее улучшение нужно очень много. Пока не критично. Рейд на базу. А, есть, есть у нас, есть одна канистра. Так, ну, тут и организовалась награда. Окей, хорошо. В турнирах поучаствовали, в компании нам неинтересно. Все, в принципе, по большому счету, все завершилось на текущий момент. Поэтому видео тоже подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем отличного настроения. Жмите лайки, подписывайтесь, если есть желание. Ну, или жмите дизлайки, если не нравится. Вот. Используйте код, успейте использовать, активировать код. Он действует, это пятничный, обычный, нормальный, неподарочный код. Соответственно, он действует 3-4 дня. Вот, успейте активировать, забрать награды. И всем до следующих видосиков или стримчиков, что будет быстрее. Всем пока!